Двое мужчин из Мангистауской области, пострадавших на месторождении Комсомольская, скончались в больницах. Один умер в медучреждении в Астане, другой в НИИ имени Склифосовского в Москве. Третий пострадавший сейчас находится в столице. Врачи делают все возможное, чтобы он пошел на поправку. Напомню, ЧП произошло 20 мая на месторождении Комсомольская. Загорелась дренажная емкость. Трое пострадали, один сотрудник погиб на месте.